Довезут всех. 28 апреля в Пасху для горожан традиционно организуют дополнительные транспортные маршруты к местам захоронений. Работать они будут с 6 утра и до 3 часов дня. Четкого графика движения нет. Автобусы будут прибывать к остановке по одному и отъезжать по мере заполнения посадочных мест. Всего для этих целей выделят 30 транспортных средств. Маршрута 3 – от площади Пушкина в местечко Балино, от улицы Карла Маркса в село Богородское и от улицы Багаева в село Новоталице. В случае осложнения ситуации по проезду пассажирского транспорта возможно ограничение движения на ряде городских улиц, но неудобств водителей и пассажиры почувствовать не должны. Есть у нас проблемные перекрестки, это Парижская коммуна и Рабфакская, и перекресток улицы Носова и Свободы. Там в часы пик планируется организовать управление дорожным движением в ручном режиме, то есть регулировщиком.